Ежедневно сотрудники ГИБДД выявляют на дорогах Уссурийска нарушителей. К примеру, этот автолюбитель пренебрег нормами тонировки. Вместо разрешенных 75% светопропускания прибор показывает другую цифру. Водителя ждет штраф, который он должен оплатить в течение 60 дней. В случае выявления фактов неуплаты сотрудникам составляется протокол об административном правонарушении. Так как за данное нарушение предусмотрен административный арест, то лицо задерживается в порядке, установленном кодексом об административном правонарушении, на срок до 48 часов. В этом случае сотрудники полиции доставляют нарушителя к мировому судье, где решается вопрос наказания. Либо штраф в двойном размере, либо арест до 15 суток. Только за один месяц этого года к административной ответственности было привлечено 160 водителей, которые своевременно не оплатили штрафы. Дела 86 из них рассмотрены в суде. Принято следующее решение. В отношении 8 человек вынесен арест, и в отношении 78 человек вынесено решение в виде штрафа в двойном размере. При этом штраф, который изначально был выписан за нарушение правил дорожного движения, также должен быть оплачен. Нередко возникает и другая ситуация. Лицо оплачивает штраф в различных терминалах коммерческих банков, у которых нет договоренности передавать информацию в органы ГИБДД. В связи с этим подразделение ГИБДД, не получив информацию об уплате штрафа, привлекает к ответственности по части 1 2025, то есть за неуплату штрафа. В таких случаях сотрудники ГИБДД советуют оплачивать штрафы в крупных банках, у которых есть договоренность передавать информацию в инспекцию, либо возить с собой чеки об оплате. Анна Маринец, Александр Синельников, Телемикс.